А что случилось? Я не знаю. Друзья, всем привет. У нас новинка этого года. Коляска Инжелата. С такими зайчиками прикольными. В общем, в чем суть? Коляска эффектно, да и эффективно складывается с кнопочки. Сама складывающаяся коляска, называют их еще коляски-роботы, Юя Премиум. Посмотрите, пожалуйста, видео после, я вставлю видео, и после я вам расскажу, как ее собрать с коробки, сравним ее с обычной Юей. Не переключайтесь. Итак, друзья, вы посмотрели видео. Давайте поговорим о технической части этой коляски. Вес коляски около 7 кг. Она чуть-чуть тяжелее, чем обычная Йоя. И приближенный ее вес примерно к Йоя плюс 3. Это обусловлено тем, что конструктивно внутри каркаса идет тросик, который натягивает коляску, чтобы она сама складывалась. Так, у нас на видео наша модель не могла сложить коляску с первого раза. Объясняю почему. Чтобы сложить коляску с первого раза, вам нужно сделать вот что. Капюшон подтягиваете к ручке. Спинка тут уже поднята, и вам нужно еще поднять спинку. После этого вы откидываете ручку, у вас коляска сама складывается. Для носки коляски в этом месте есть вот такая вот ручка тканевая. Ну, либо хватайтесь за бампер, но лучше за ручку. Так, обратно вы раскладываете коляску, тоже нажимаете кнопочку и просто ее встряхиваете. Раскладывается она чуть-чуть сложнее, чем Йоя обычная. То есть у вас есть сопротивление внутри, опять же, трубок, тросики. Поэтому вы испытываете определенно небольшое сопротивление. Так, теперь... В коробке коляска собранная приходит. В таком виде. Вы что делаете сначала? Ну, распаковываете, убираете целлофан, убираете картонки, срываете коляску с этого хлястика и поднимаете. У вас все собрано. Ткань собрана, капюшон. У вас не собран только бампер. Бампер вставляете в паз. То есть он у вас просто вставляется с двух сторон, и все, коляска готова к использованию. Так, у коляски из особенностей, которых нет у обычной Йои, нет у Йои плюс 3, и навряд ли когда-то будет, у коляски именно наклонная спинка не ремешком, а механизмом. Этот механизм немножко утяжеляет коляску, но дает возможность вам поднимать спинку одной рукой, то есть вы поднимаете спинку вместе с ребенком, можете поднять одной рукой. И сидячее положение с механизмом будет немножко более вертикальное. То есть оно не такое пологое. Есть там тому объяснение, если хотите, можете написать, я объясню вам почему. Вот такое вот лежачее положение, в принципе, достаточно. Не знаю, какой точный угол, но оно очень как бы для сна хорошее. Наклоняется спинка у вас. Два положения, либо спите, либо сидите. Между ножек есть вот такой вот такая ткань, сюда же вы цепляете ремешок, то есть у вас есть разграничитель между ножек. Если ребенок более-менее спокойный, эти ремешки можно не использовать, то есть этого будет достаточно. Не совсем низкий капюшон, но в принципе спящего ребенка от солнца должно закрыть. По размеру, я так понимаю, что сюда будет подходить текстиль и капюшон от обычной Йои, потому что все косточки, все очень похоже. Надо будет точно проверить. Колеса 13,5 сантиметров, покрытие пена. Реально рама похожа и строение колес на обычную Йою.
То есть все то же самое. Единственное, что у вас задняя ось немножко шире, чем передняя. У Юи обычно наоборот, задняя ось сделана уже, чем передняя. Чтобы колеса заходили ближе, глубже. Так, что еще? Ну, задняя нижняя корзина. У обычной Юи она черного цвета. Здесь она немножко сделана получше в этой коляске. До 3 кг. Нижняя корзина и вообще коляска предназначена для ребенка до 15 кг. Вот, пожалуй, все. Ткань, лен, благоталкивающая. Комплектация. У вас в комплекте идет подстаканник на коляску. Идет сумка для переноски, идет москитная сетка и матрасик. Под матрасник на бамбуковый на коляску. В принципе, достаточно. Подходит сюда универсальная накидка на ножки. Она подается отдельно. Сюда она подходит. В принципе, вот такая интересная коляска. Подойдет она тем мамам, папам, родителям, у которых дети еще не ходят, не могут сами стоять. То есть это период времени там, с полугода до годика примерно. Может быть, у вас детки и раньше становятся. То есть, когда вы складываете коляску ребенка некуда поставить, вы держите ребенка в руках, как это было на видео рекламы, и одной рукой складываете коляску. Вы ее сложили, взяли за лямку и пошли. Вот, пожалуй, и все. Всем спасибо, всем пока.